Короче, я так понял, здесь много таких образцов бетона. Вон касочка висит, мимо нее прошли. Но самое интересное, мы тут попадаем в какой-то слесарный цех. Видно прям верстаки. Что здесь изготавливали конкретно? Я вам не скажу. Просто нет даже догадок никаких. Естественно, никаких инструментов тут нету. Здесь вот стеллаж, видимо, на нем какие-то трубы лежали, или уголки, или еще что-нибудь. Вот здесь в углу раз, два, три, четыре. Четыре сварочных маски валяются. Валенок. О, кстати, здесь тоже кранбалка ездит. Угу. Заточной станок. Довольно-таки большие круги стоят. Конечно, все разбили. Еще здесь каски валяются строительные. Какие-то мешки. Здесь вот тоже каска, сварочная маска. Больше тут нет ничего. Тут вот какие-то прокладки. Между прочим, асбестовые. Целая куча. Вот такие вот шланги или рукава. Кто как там говорит про них. Скорее всего, новые. Это что-то. Фильтр зажимать. Вот здесь еще одна комната есть. Оп. Еще в один цех попадаем. А, в этом цеху мы уже были. Как-то. Вот тут я дверь открывал, короче. Пытался попасть-то. Точно, точно. Здесь я был. Ну, видите, тут по факту-то нет ничего. И даже идей никаких нету, что они здесь делают. Делали. Нет никого тут. Все ушли отсюда. Ну вот, а здесь кузница была 100%. Вот это, судя по всему, горн или как он там у них называется. Ну и здесь вот походу наковальня была, стояла. Ну ее уже приватизировали легко и непринужденно. Что мы здесь как бы еще так по кругу видим? Диски зачистки. На болгарку много. Вот здесь, походу, тиски стояли. Тоже уже их нету. Телефон тут чей-то. Телефон Жени тут какого-то. Что-то там написано, какой-то девиз. Прочитать не могу, ослепляет. Не вижу, короче. Может быть, у вас зрение получше. Так, вот здесь что-то прокатывали. Лавочка. Ну все. Вытяжка такая, блин, высокий цех. Конечно. И вот этот сварочный стол, как я понял.
О, страховочный ремень. У меня в деревне таких два. Либо это стол для сборки. Что-то здесь вот, ну, раз-раз. И что-то делали. Вот, потому что здесь вот, походу, что-то загибали. Какой-то ус чего-то. Арматуры. Или еще чего-то. Ну вот, видите. Все. Еще там есть второй этаж. Но там света нету. Сейчас, наверное, сможем подняться туда, не сможем. Не знаю. Тут, наверное, бригадир сидел. Или начальник, который заведовал тут всем производством. И он как бы выходил вот сюда, так, на балкончик. И видел такой, так. Иванов, а ты что не работаешь-то? Взял молоток, начал стучать. А, нет, здесь просто вентиляция была. Не было здесь начальства. Оно бы здесь охренело. С того, как тут моторы ревят. Ревели бы. Так, спускаемся. Спасибо.